Привет, мои дорогие друзья! Я собрал для вас десяток товаров с сайта AliExpress, которые помогут повысить безопасность для вас и ваших близких. Ну и конечно, если вы досмотрите это видео до конца, то сможете принять участие в конкурсе без репостов. Погнали! Блокировка кредиток. Вы уже слышали про бесконтактный способ оплаты с пластиковых карт PayPass или PayWave? Внутри этих карт есть антенна. С ее помощью можно сделать мелкие покупки, не доставая карту из кошелька. Достаточно просто поднести ее к терминалу на 2-3 см. Но мошенники научились считывать данные из карт на расстоянии до 15 см. Используя мобильные терминалы, они могут воровать деньги в людных местах, метро или кафе. Для того, чтобы этого избежать, нужно использовать специальные чехлы для карт или экранирующие кошельки, которые блокируют беспроводной сигнал. Светоотражатели. Скоро начнет рано темнеть, и для того, чтобы обезопасить себя и близких на дорогах в ночное время, нужно использовать светоотражатели. Этот набор из 4 наклеек смайликов стоит меньше 1 доллара. Их можно приклеить на одежду, сумки и на портфели. С ними вы точно не станете тенью на дороге. Перчатки против порезов. Если вам приходится работать с острыми режущими предметами, то подобные перчатки незаменимы. Внутри них вплетена тонкая стальная нить, которая защитит руки от случайных порезов. Стоят они недорого, поэтому я советую их приобрести. Персональная сигнализация. А эта штука очень популярна. Ее вешают снаружи на рюкзаки и сумки. Работает она как граната. Выдернул чеку и получил сирену на 100 дБ. Нападающих это однозначно напугает. Ну и конечно привлечет внимание прохожих. Фонарик. А это длинный алюминиевый фонарик. Им можно не только освещать себе дорогу во мраке ночи, но и нежно гладить незнакомцев по голове, ребрам и почкам. Зачетная штука, чтобы бросить ее в автомобиль. И в ремонте сгодится, и спину почесать можно. Трекер. Вещица для потеряшек. Это самый маленький и легкий GPS-трекер. Главным его достоинством является высокая автономность. Она достигает 10 суток на одном заряде в режиме ожидания. А при запросе он пришлет вам смс-ку с координатами, где находится. Тактическая ручка. Мощная алюминиевая ручка. У нее есть противоскользящие насечки. Ей можно не только писать в тетрадках, но и защищаться от тех, кто мешает вам писать. Достаточно ткнуть в обидчика тыльным концом, и я уверен, он скорчится от боли. Стальной. В общем, эта штука называется кольцо мужского целомудрия. Мощный стальной панцирь и закаленный навесной замок сделают из вас неприступную крепость для обезумевшей женской толпы. Никто не сможет вас сломить. И размер как раз подходящий. Но только ключи не теряйте. Мягкий уголок. Если у вас есть маленький ребенок, который любит бегать и бить бошку об углы столов, кровати и другую мебель, а потом громко плачет, то этот мягкий уголок поможет облегчить его страдания. Целых 2 метра за 2,5 доллара. Есть множество цветов, которые подойдут под любую мебель. Он на самоклейке, его просто нужно наклеить на углы. Баллончик. На AliExpress нельзя купить газовый баллончик, но вы легко найдете его в своем городе. Я считаю его лучшим средством самообороны. Им невозможно нанести вред и попасть под статью. А вот мгновенно остановить человека минут на 20-30 легко. Эффективен и против собак, и против пьяных. Выбирайте модели с натуральным перцем. Их много. Например, перцовка или факел 2. И это была десятка товаров для вашей безопасности. Ссылки на них и 7% скидку я оставлю внизу под видео в описании. А теперь конкурс. Приз. Фонарик на светодиоде Cree T6. Это самый популярный фонарик на AliExpress. Для того, чтобы его получить, нужно выполнить 3 условия. Подписаться на мой канал, поставить лайк на это видео и оставить любой адекватный комментарий. Хейтеры, как обычно, в пролете. Пока-пока.